Бытовая техника и электроника – подарок для тех, кто ценит комфорт и современные технологии. В магазине М-Видео представлен огромный ассортимент товара на любой вкус и достаток. А потрясающие новогодние скидки помогут сделать правильный выбор. Представлено несколько категорий, то есть любой клиент, потребитель может подобрать подарок, то есть для самых стильных, кто следит за здоровьем, для красоты, для геймеров, люди, которые играют, представлено огромный выбор аксессуаров, товара. Мужчина обрадуется экшн-камере или современному телевизору со смарт-ТВ. Мамы новому блендеру или стиральной машине. А подростки будут счастливы заполучить наушники или планшет. Пришла посмотреть подарок своему ребенку на Новый год. Мы хотели бы планшет, потому что дети сейчас развиваются быстрее, без планшета уже никуда. Мне приглянулся вот этот вот планшет по цене, я полистала по функциям, то есть для ребенка будет замечательный подарок. Я думаю, он будет очень рад. Самый распространенный подарок на Новый год – это смартфон. Моделей в М-Видео представлено много, а цена их приятно удивляет. Для себя я тоже нашла подарок. Это смартфон фирмы Huawei. Стоит он всего 17 тысяч. Фотографии будут четкие, можно ставить огромное количество приложений. То есть и для девушки будет удобно, для кулинарии можно какие-то приложения устанавливать. Очень хорошее качество музыки. Новогодние скидки в М-Видео будут действовать до 31 декабря. Подробнее у продавцов-консультантов. Анастасия Сердюкова, Роман Авраменко, Липецкое время.